Доброго солнечного утра, друзья! Мы начинаем серию обзоров интереснейших мест, куда можно уехать из Москвы с семьей, с детьми, с друзьями и очень круто провести время. И первое наше видео будет о Конаково Ривер Клаб. Поехали! Обзор Конаково Ривер Клаб. Не случайно, потому что это один из моих любимых отелей Подмосковья. Хотя он где-то 120-140 километров от МКАД, и это, мне кажется, уже Тверская область считается. Но это ближайшее место от Москвы к Волге. Здесь шикарная река. Главная фишка этого отеля, он называется Ивент-отель. На самом деле могли бы его вполне назвать арт-отель, и это была бы правда. Потому что фишка этого отеля – это везде, не знаю, в ресторане, в номерах отеля, в туалете, в каждой кабинке есть картины в стиле наивного искусства, очень крутые, с душой, это придает атмосферу этому отелю. Мы сначала сделаем общую такую информацию об отеле, выделим его плюсы, в конце немножечко о минусах, и очень надеемся, что это видео будет для вас полезно. Итак, здесь есть шикарный пункт проката, где есть баги, квадроциклы, куча водной техники, потому что одно из главных плюсов этого отеля – это шикарная водная зона, скажем так, шикарная река Волга, лодки, велосипеды, отдельно есть пруд, где можно порыбачить. Огромное преимущество этого отеля, что выходные каждый час расписан, каждый час вас чем-то занимают. По утрам здесь, в прошлый раз мы здесь были, был мастер-класс по бачате, мастер-класс по восточным видам единоборств каких-то, по-моему, капуэра, что ли, была. Вчера была йога с утра, утренняя пробежка, и каждый час что-то придумывают. Мастер-класс по шашлыкам, экскурсия на остров. Пойдемте дальше. На сайте отеля в разделе «Контакты» есть как проехать на машине, как добраться общественным транспортом и как долететь на вертолете. Потому что здесь есть отдельная площадка, где устраиваются по выходным экскурсии на вертолете. Можно полететь в Тверь, на пивной завод, продегустировать различные виды пива. Также просто покататься там 15-20 минут втроем, трехместный вертолет. Также шикарная линия пляжа есть, очень крутая. Большая, с мини-кинотеатром, комната для детей, где тоже каждый час что-то им придумывают. Мастер-классы, кулинарные. Вчера они расписывали зонтики. Какие-то рассказы, квизы, квесты даже делают. В общем, в плане развлечений, я вот честно могу сказать, из всех отелей, которые были в Подмосковье, это один из лучших. Здесь действительно вкладывают в душу то, как развлечь гостей. Сейчас понедельник, часов время 12 дня, и до сих пор на Волге туман можно видеть. И из преимуществ отеля, это, как я уже сказала, искусство. Здесь можно взять уроки живописи, холст, акриловые краски, все включено. Стоит это 1000 рублей на человека. По поводу проживания. Проживание здесь есть semi-detached house, townhouse это называется, где живем мы. Там отдельно спальня с двуспальной кроватью для взрослых и две раздельные двуспальные кровати. Отдельно раскладывающий диван, поэтому если у вас, как и у нас, трое детей, то там будет абсолютно комфортно. В главном корпусе классические номера, люкс, дабл, сингл и так далее. Повсюду на территории арт-объекты, очень здорово, интересно, вдохновительно, прям хочется творить. Здесь есть отдельно остров, где построены также коттеджи, изолированно стоят домики. Отель давал человечка, который играл на гитаре, поэтому они сделали огромный костер, были песни под гитару. Детки там бегали, был мини-зоопарк, козочки, какие-то там овечки. В общем, детки прям в восторге. Да я в восторге. С утра у нас опять же был шашлык-пати, тоже песни под гитару. Песен под гитару много не бывает, мне кажется. Небо снег, по бескрайнему полю моим
сразу могу сказать, что это отсутствие какого-то спа-комплекса. Здесь есть отдельно спа-зона с массажным кабинетом, кабинетом косметологии, но так, чтобы вот финская сауна, какая-то инфракрасная, там ароматерапия сауны, такого нет. Так же, как и нету какого-то крытого бассейна, и даже вот бани мы вчера были, нету купели, куда можно окунуться. Сразу лесенка, Волга и вот, пожалуйста. Так, чтобы зимой здесь можно было поплавать в открытом бассейне, к сожалению, такого нет. Из недостатков также могу сказать, что на неделю, вот в плане питания, мне кажется, здесь немножечко скучно оставаться, потому что мы здесь 3 дня, завтрак, обед и ужин, практически все одно и то же. Но, опять же, очень круто, что здесь система питания, все включено. То есть у нас в домике есть отдельная кухня. Я бы рекомендовала брать с собой какие-то продукты, потому что микроволновка, плита, все есть. И просто готовить на месте. Есть мангальные зоны, где можно пожарить шашлыки, да, с друзьями. Вот пляжная зона. Здесь есть волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хоккейная коробка, футбольная площадка, теннисный корт, пляжный волейбол, куча гамаков, как вы видите. В общем, есть все для крутого активного отдыха. Сабборд, там виндсерфинг, вейкбординг, все водные виды спорта – это сюда, гидроциклы. В самом отеле есть настольный теннис, есть бильярд, всем этим можно воспользоваться бесплатно, с утра йога и другие виды досуга. Это вот один из арт-объектов, коих здесь очень много. У отеля 4 звезды, но честно, вот судя по нашему опыту, мы были и в четверках, и в пятерках Подмосковья. Я бы с огромным удовольствием вляпала большую жирную пятеру ему. Мне кажется, это из-за отсутствия спа-комплекса, но в общем и целом, для того, чтобы провести крутые выходные с детьми, без детей, с друзьями, мне кажется, это очень-очень-очень крутое место. Здесь потрясающие закаты, очень крутая атмосфера, искусство, арт, персонал замечательный. Поэтому всех ждем здесь, не реклама. Нам действительно здесь очень нравится. Друзья, если хотите больше обзоров, больше интересных мест, где можно провести выходные, как с детьми, так и с друзьями, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, а за нами не заржавеет.